Около 6 тысяч уголовных дел и порядка 15 тысяч об административных правонарушениях. Именно столько материалов рассмотрели в здании городского суда за 10 лет. Второй корпус, расположенный на улице Ватутина, сегодня отмечает юбилей. Я хочу выразить слова благодарности и сказать огромное человеческое спасибо от себя лично, от всего коллектива Свердловского областного суда за ту работу, за тот труд, за отношение к профессии, к людям, которые приходят в суд. Мы работаем с людьми, и зная, какие люди бывают разные, я хотел бы вам пожелать всем душевного равновесия, спокойствия при вашей работе, ну и, конечно, мудрой соломоновой рассудительности. Сегодня в городском суде открылся музей. Его главным экспонатом стало судебное древо, на котором можно увидеть всех первоуральских блюстителей закона за столетнюю историю. В юбилейную дату вскрыли капсулу времени, заложенную в одном из залов судебных заседаний. В ней работники оставили пожелания и себе, и своим будущим коллегам. Теперь в городском суде решили заложить традицию раз в 10 лет изучать такие послания и писать новое. Это трепетно и волнительно, и ответственно все-таки заложить и новые пожелания будущему поколению с учетом того, что в настоящее время очень быстро жизнь меняется, вообще законодательство само по себе подвижное, вот, но и в целом все меняется.